справимся. Давай, завуалируй это. Вот так другое дело. Команда КВН «Скромняги». Сразу немножко о нас. Это Витя. Витя у нас портной. Он ездит по Украине и портит девушек. А еще Витя очень азартный игрок. Поэтому Денис — хозяин Вити. Это Катя. Катя недавно купила стиральную машинку со встроенным интеллектом. И уже через 2 часа стиральная машинка поработила ее. Ну и, конечно же, Шкет. Все свое достоинство он уже съел. Ну а мы начинаем. Уезжаю я, дети мои, в 30-е царство. 30-е государство. Что вам привезти? Ты можешь менее попасть за хлебом сходить. А сейчас ситуация семейная. Папа. Ну, как бы интрига, интересно, что будет дальше? Что? Что? Я получила 2, и я беременна. Ее нужно наказать, нет, ее нужно простить. Как это произошло? Препод завалил. Интересно, как же это пошло? Тебя, мать! Сука, дёк. Колись давним-давно, коли ще працював фаворит, туда ходили люди. Ситуація в клубі. Спричала рыбу.
я уже был. Ну, как говорится, души ченят два типа людей. Это священники и сантехники. Ну, дальше потом было дело. С головы сорвал ветер мой колпак, в кране нет воды, вечно все не так, мыло или порошок неоткуда взять, и в полоску носки мне не постирать, разбежавшись, прыгнул в унитаз. Был сухим и стал я мокрым доску. Если вдруг посмотришь, то увидишь ты, проплывут мои носки в полоску. Super dope. Скажи. Да, ты на свете всех милей, всех румяней и добрей. Нет, не посмотри, что я умею. Супер. О, видишь, что это у тебя такое? А это эликсир невидимости. Да, еще работает. Вован! Вован, ты где? Вова! Вован! Надо на ком-то проверить. О, Катюха идет, на Катюхе проверю сейчас. С огнем играю, но все время хотел это сделать. Настоящие? Ха-ха-ха-ха. Интересно, Катюха боится мышей? Ха-ха, работает, сколько мне сразу возможностей появилось. Опа, он мне двадцаточку должен. А что я теряюсь, передо мной весь зал, пойду-ка я в зал. О, девчонки, меня ж все равно никто не видит. А, так тут еще и красивые девчонки есть, ничего себе. О, пацанчик, слышишь? Есть закурить. Вов, ты где эти 100 баксов должен? Вов! О, 100 баксов! Вова, блин, ты где? Вечно сегодня! Я здесь, слушай, я здесь, ну! Вова, я решила только тебя, я люблю, Вова! Ну вот, опять его нету, когда он так нужен. Ну как же? Как же плохо быть невидимым! Вован, ты чё, повелся? А, так это был розыгрыш, да? А ты чё, сразу не понял? А, розыгрыш? Кать, Катюша, ну ты прости там, я не хотел, слушай, я честно не хотел, как... Девушка, вы тоже простите, вы красивая, и вы, девушка, красивая, и... А, да. Слушай, хочешь сигарету? На, мне не жалко, ну честно, ну... Вован, прикинь, у меня теща, когда узнала, что я женюсь, сразу свинью зарезала. Ха, правильно, к свадьбе, наверное, готовится, да? Да не, психанула. Супер. А у нас ситуация в самолете. Мы падаем! Супер. Теща с зятем на прогулке. Мамо, оце дивіться, оце обезьяна, оце свиня, а оце корова. Синочка, мама у тебе не дура. І за парка кривих зеркал отличить може. Ситуація в сім'ї. Мама! А где папа? Белые розы. Папа ушел к маме Косте из 37-й. Но у Кости из 37-й некрасивая мама. Родители не выбирают. Ой, и это говорит не та, которая высовывалась в окно с тестом на беременность и кричала: «Шара, приди!» Ой, Дося, а ты у меня уже такой взрослой стала, а я ж тебя еще...
Вот такой вот помню. Мама, Мария Ивановна заболела, Витя пиво разбил, я в него упал, Коля курил, на меня выдыхал, руки роняют, потому что костер полили, домой ничего не задавали, я спать. Стоять! Садись есть! Руки мыл? Руки мыл, попа мыл, одежду спалил, лица ничего не найдешь. А ты, сынок, неправильно консервуешь. Баночку поднять и открыть сначала нужно. Заходите. Ну, здесь закрыто. Здесь тоже. Девушка, вы где? Девушка! Я хочу жениться, девушка! Вы, собственно, кто такой? Кто я? Я пришел просить руку вашей дочери. А, да, одну минуточку. Не ори на мать! Совет да любой! Спасибо! А сейчас немножко народного. Вин. Простий бик з берези, вона проста до ярка з червоного. Сьомий ряд, п'яте, шосте місце, Вась, Галь, встаньте, хай на вас люди подивляться. А зараз на одному із скоростних шосе Радіоновки в автомобиле, смотрим. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и везет. Ситуация на курилке. Президент Украины, президент России. Короче, смотрим. Белые розы. Вот что значит, да, мои сырнички. Дышать. Надо было красное, а не зеленое. Спасибо. А будете должны? Ну, тримай, Володька, цукерочку. Как говорил Хемингуэй, скромность порог для бедных. Что хотелось бы пожелать всем девушкам, которые пойдут сегодня на автопати? Будьте побогаче сегодня. Для вас была команда КВН «Скромняги». Сегодня все улыбки видимся мы. Из тебя наш любимый свитер просто влюбил.